Миграция книг. Законодательное собрание Нижегородской области передало часть своего книжного фонда ветлужским библиотекам. Кстати, центральная ветлужская библиотека, по некоторым данным, была открыта аж в 1830 году, как первая дворянская публичная библиотека. Сейчас век 21, и несмотря на технический прогресс и наличие гаджетов, число любителей настоящих книг не уменьшается. В распоряжении жителей Ветлужского района теперь плюс 500 новых книг от парламентариев. Это и художественная литература, и специализированные издания, и справочники. Конечно, вот это подспорье, оно, ну, новенький такой свежий глоток, безусловно, важный и нужный нашим читателям. Мы такому щедрому подарку очень рады, очень благодарны законодательному собранию. Всем людям, которые имели отношение к этому решению, спасибо огромное. Будем надеяться на продолжение нашего сотрудничества. Мы постоянно проводим мониторинг нашей библиотеки законодательного собрания, которое пополняется новыми книгами. И, конечно же, те книги, которые уже художественная литература, еще что-то, которые книги уходят под списание, мы, конечно же, передаем в наши библиотеки. И, конечно же, это будет доброй традицией не только библиотеку Ветлужскую, с которой мы начали. Мы будем и в другие библиотеки Нижегородской области передавать наши книги с нашей библиотеки законодательного собрания, и так планомерно будем пополнять библиотечные фонды наших библиотек Нижегородской области.